Дорогие друзья, мы начинаем наш сезон по традиции 1 октября, в День музыки. Но этот сезон у нас немножко необычно начинается, потому что уже 25 сентября открывается второй абонемент симфонического оркестра. И второй абонемент открывается выступлением с оркестром замечательной певицы, лауреата первой премии конкурса Чайковского, Юлии Маточкиной, меццо-сопрано, выдающийся голос, который будет петь арии из опер русских и зарубежных композиторов. А оркестр вас порадует великолепными увертюрами Россини, Верди, Глинки. И я думаю, что это будет замечательный фейерверк выдающейся музыки, и вы услышите уникальную певицу. А первый абонемент симфонического оркестра начинается 8 октября. И в этом концерте прозвучит, который посвящен, кстати, 175-летию со дня рождения Дворжика, Антонина Дворжика, чешского, гениального чешского композитора. И мы сыграем оркестром его шедевр, его уникальную симфонию номер 9, которая называется «Из нового света». Он написал ее в Америке. И там можно будет услышать немножечко такие американские какие-то мотивы. Но все-таки это музыка славянская. Кроме того, в концерте принимает участие уже выдающийся виолончелист Александр Рам, который получил вторую премию на конкурсе Чайковского. Ну, вторая премия – это очень-очень близко к первой. Замечательный виолончелист. Не первый раз приезжает к нам в Самару, и у нас уже такая творческая с ним дружба. Я думаю, что это будет также запоминающийся вечер. Вот такими выдающимися программами и концертами мы начинаем свой сезон, и мы будем рады вас видеть на наших концертах. Приходите.